нюанс, друзья. Когда вы делаете его, обязательно голову подгибайте. Привет, друзья. Тема такая. Тоби Джуджикатами. Сейчас все будут спрашивать, или многие будут спрашивать. Джуджикатами вроде бы знаем. Что такое тоби? Тоби, ребят, когда действие производится в прыжке, или в полете, скажем так. Тоби Джуджикатами. Я вам просто-напросто покажу, и вы все сразу поймете, о чем разговор. Вот я взял противника. Всем известный вариант. Он по-японски называется Тоби Джуджикатами. Болевой на руку, исполненный с прыжком, скажем так, переведем так. Я думаю, что многие хотят научиться этому броску, многие делают его, и очень много народу делает. Как я его учился делать? Я просто-напросто сначала не прыгал. Я сначала просто подставлял ногу. Но дело в том, что иной раз противник не удерживает, если когда начинаешь его учиться делать, противник не удерживает, он падает вместе с тобой. Из этого противника нужно выбирать немножко посильнее, чтобы он твой вес мог выдержать. Просто-напросто подставляю себе ногу. Попробую сделать медленно, если противник меня удержит, то это будет хорошо. Если не удержит, то извините. Подставляешь просто-напросто ногу, подпрыгиваешь. Соответственно, сюда голова идет между ног противника, ты его тянешь за собой, переворачиваешь и делаешь еще болевой. Взял сюда. Ой, извиняюсь. Извиняюсь, ударил противника ногой. Тоже бывает. Ну, по крайней мере, удержал меня. Тут ничего сложного нет. Все, уже дальше уже делаешь болевой. Самое главное, бывает, ты так противник не удерживаешь, ты как мешок с картошкой падаешь. Тоже бывает. Ну, в принципе, так вот его надо учиться делать. По правилам соревнований дзюдо, по-новому, его вполне можно делать, и он подходит под все варианты дзюдо. Если вы научитесь его делать, то это будет очень хорошо. Еще один нюанс, друзья. Когда вы делаете его, обязательно голову подгибайте. Груди. Ни в коем случае не надо так, когда вы тянете с собой, начинаете. Когда окажетесь на земле, ради бога, сделайте с головой чикатики туда, туда, туда. Но пока вы тянете, пока вы еще не достигли земли, пока вы еще не лежите на спине, пока еще... Вы не взяли руку противника, не зафиксировали. Голова должна быть постоянно прижата к груди. А теперь можете уже крутить головой налево, направо. Все, противник уже, я его взял на болевой, на джуджикатами. Знаете, что мизинчик должен быть на меня смотреть. Желаю всем успехов в освоении этого приема Тоби Джуджикатами. Всем пока!